Всех приветствую. Это программа компании Jason TV. Меня зовут Сергей Корзун. Я рад представить вам своего сегодняшнего гостя Илью Сачкова. Здравствуйте, Илья Константинович. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Несмотря на молодость, товарищ владеет бизнесом. Сколько там оборот? 38 миллионов больше уже. Ну, долларов, конечно. Почти да? 40 миллионов. Да. Вас называют антихакером. Я бы тоже назвал таким частным антихакером. Уже привыкли к этому? Это характеризует вашу профессию вообще как таковую? То, чем вы занимаетесь? Не всегда слово «хакер» оно плохое. Потому что в изначальном его значении человек, который просто разбирается в информационных технологиях. Наверное, антикиберпреступник. Это что-то такое. Против преступности мы, в общем, выступаем. Киберкоп, скажем так. Киберкоп — это полицейский, а мы все-таки делаем бизнес и не делаем ту работу, которую делает полиция. Я думаю, что как раз о разделении вашей ответственности с полицией мы еще и поговорим сегодня довольно подробно, более-менее подробно. Но давайте для начала персональный профайл обновим или узнаем информацию. Должность на этот момент генеральный директор, да? Все верно, да. Компании Group IB, так она и называется. Родились 13 июня 86 года, и было это в столичном городе Москве. Все верно. Коренной москвич. Да. Родители тоже из Москвы. Да. А отец физик, по-моему, говорили вы в одном из интервью. Есть двое братьев. Расскажите, два слова скажите. Отец физик, преподавал в МАДИ, теперь на пенсии находится. Мама аналитик в Центральном банке, два брата. Один программист в одной известной компании, другой занимается своим бизнесом. Тоже IT-бизнес или нет? Разный. Разный. Да. Хорошо. Образование у вас МГТУ имени Баумана. Да, я закончил в Бауманку. С отличием. Да, причем. Красный диплом. Это несмотря на то, что все студенческие годы практически занимались и другими работами, и работать пошли чуть ли не в 16 или в 17 лет. Да, но именно поэтому и красный диплом, потому что очень много было практики, которая позволяла сдавать экзамены. Но это не тяжелое, насколько я понимаю, материальное положение семьи погнало вас работать, а какие-то другие порывы. Что это было? Это интерес, в первую очередь. Интерес к чему? Как он вообще сформировался у вас? Мне нравилась тема информационной безопасности. Есть что-то такое, связанное с защитой. Ну, и это какой-то был детский романтизм. А когда я понял, что бизнес... То есть есть плохие парни, есть хорошие парни. Ну, хотелось быть хорошим, но сильным парнем. Так. Да, и мне казалось то, что по фильмам, опять же, по книгам, то, что это очень интересно. Но когда я столкнулся с корпоративным миром информационной безопасности, я понял, что это не так интересно, как... Это можно себе представить. Это работа в офисе с 9 до 6, а 2003, там, 2004 год — это те годы, когда в России об информационной безопасности многие компании еще даже не задумывались. Соответственно, не всегда руководство компании понимает, что это такое, зачем это нужно. И даже если должность человека, отвечающего за безопасность, введена, то это смотрит на человека без понимания. И поэтому я начал как-то не очень... У меня на какое-то очень вовремя развилось понимание того, что нужно что-то еще, что-то. Вот в этой отрасли что-то должно быть еще. Еще на полминутки задержимся здесь. Ваша первая работа была связана с какими-то банковскими структурами, да, и обеспечением информации, или я ошибаюсь? Одна из первых работ. Но первая работа была не в банке. Первая работа была в компании, связанной с добычей ископаемых, скажем так. Угу. Это ваш брат, да, в одном из интервью встречал вас, да, можно сказать, сосватал на эту работу, потому что как раз он занимался бизнесом, связанным с этим. Хорошо, ваше время прихода в ИКТ-бизнес, как вы определите, когда это было? Это такой традиционный вопрос для нашей вот персональной карточки. Наверное, я могу сказать, что это 7-8 год. То есть, несмотря на то, что мы начали бизнес с 3-го года, то вот... Серьезно мы о себе заявили 7-8 год, когда начались сложные расследования, которые влияли уже иногда на серьезные компании, либо позволяли компаниям сохранять очень много денег. А вашу компанию вы основали, соответственно, в 2003 году, индивидуально чисто, либо с компаньонами? У меня есть сооснователи, это мои одногруппники из университета. И они до сих пор работают, либо остаются только сооснователями? Двое из них остались работать в компании. Один партнер нас покинул.
Встретила счетом, что группа Альбини всегда существовала независимо от всех других, а с 2010 по 2013 год было в какой-то степени частью лето-групп такой. Для чего вам это нужно было? Деньги просто потребовались на развитие или как? Мы понимали, что по некоторым направлениям нам требуется оборудование, в первую очередь по криминалистике. Оборудование стоит дорого, плюс мы хотели делать международную экспансию. Потому что в России этим никто не занимался, и мы можем здесь оставаться и быть локальным лидером, но для того, чтобы быть сильной компанией и чтобы мозги не засыхали у сотрудников, нужно конкурировать с мировыми компаниями. Ну, то есть, если привести пример автомобильной отрасли, то, наверное, у отечественных производителей автомобилей проблема в том, что они не особо боятся конкуренции, потому что у них государственные квоты, льготы, и есть свой потребитель, который всегда будет покупать эти машины. Мы не хотели в такой ситуации оказываться, ну, то есть не хотели делать плохой отечественный продукт и иметь много денег. Мы хотели делать продукт мирового уровня, может быть, с большими проблемами, но так гораздо интереснее. Поэтому нам потребовались деньги, мы 50% компании продали под инвестиции, соответственно, выполнили свои обещания по инвесторам, увеличили стоимость компании, сделали менеджмент buyout в прошлом году. То есть выкупили? Вы лично и часть менеджмента выкупили те акции? Выкупили, да, те акции обратно, да. Уже по увеличенной стоимости. То есть мы реализовали все планы, которые нам стояли, и, соответственно, с инвестором нам уже было дальше не по пути. И сейчас вы являетесь независимой компанией, не входя ни в какие там холдинги абсолютно и другие точно компании, то есть компании-матки у вас нет. Что еще в предварительной части из своих проектов в прошлом вы вспоминаете с удовольствием, скажем так? Я вспоминаю с удовольствием, когда я сам занимался расследованиями. То есть это то время, когда ради чего, собственно говоря, начал этим заниматься. Но оно, к сожалению, достаточно быстро закончилось, потому что я больше стал стратегом, нежели человеком, который занимается расследованием. Я вспоминаю об этом с удовольствием, но я думаю, что когда-нибудь, когда я сделаю то, что я сейчас хочу сделать, у меня появится время, и в качестве хобби я буду опять участвовать в расследованиях. То есть это выезды, командировки, путешествия. Это то, как я себе это представлял, и то, что было в моем прошлом, уже было. Последнее из громких дел, связанное с вашей компанией, дело Carbird. Я нашел его, инициированное Сбербанком. Вы вместе со многими государственными структурами принимали в нем участие. В чем была ваша роль, то, что можете сказать, естественно? Когда начались, ну, собственно, чем занималась преступная группа, она использовала определенный вредоносный код и воровала у клиентов Сбербанка, еще около 46 банков в России, деньги у тех людей, которые пользовались банкингом через интернет, у физических и юридических лиц. И Сбербанк, у них в приоритете, там, в топ-5 приоритетов банка, это забота о безопасности клиента, они решили провести расследование, привлекли нас, чтобы мы помогли идентифицировать, ну, во-первых, понять, как оно происходит, идентифицировать некоторые персонали и проводить компьютерные экспертизы и исследования по этому вредоносному программному обеспечению. Вот. После чего отчет был передан в управление К, которое провело большую оперативную работу, потом было подключено уже после возбуждения уголовного дела следствия, и, собственно говоря, дело в течение почти 3 лет доведено до первого в России такого жесткого приговора, когда люди отправились в реальную тюрьму на 5,8 лет. 5,8 получились, да. Сроки очень приличные. Что многие говорят, что это жестоко, я не считаю. С учетом миллиона долларовых ущербов, в том числе деньги воровались и у пенсионеров, и у детских домов, совершенно, ну, то есть неважно, где были деньги, главное их украсть. Я считаю, что это хороший показательный пример. Потому что предыдущие некоторые дела, когда злоумышленники за кражу миллион долларов получали условный срок, они в средствах массовой информации преподносились как призыв к действию подрастающего поколения. Воровать легко технически, деньги обналичивать легко экономически, и нет ответственности. Вот этот приговор некоторых людей, я надеюсь, остановит от того, что они будут делать. Опасное дело для вашей компании? Непростое, опасно. И изначально звонки, угрозы там поступали или что? Как звонки, угрозы, разные были вещи, разные. Вот. Но было кое-что и пожестче.
Но все закончилось хорошо, а сейчас мы очень хорошо научились обороняться, скажем так. Не захотел с кем-нибудь корочки там получить или погоны там негласно, как это иногда корочки, делается? Корочки, погоны ничего, мне кажется, сделают работу еще опаснее. Да. Вот. Лучше от этого не станет. Ну да. Хорошо, давайте перейдем к вопросам по профессиональной деятельности. Сначала такие общие вопросы, которые, может быть, и более массовую аудиторию интересуют, а потом вопросы более специализированные. Как вы оцениваете вообще долю зараженных компьютеров и девайсов в мире и в России в частности? Я понимаю, что вы не столько антивирусами занимаетесь, сколько другими, но сразу поправляете то, что вообще есть незараженные компьютеры. Незараженные компьютеры наверняка есть. В первую очередь в больших корпоративных сетях серьезных организаций. Но нельзя сказать, что все их компьютеры не заражены. И мы, и другие, например, антивирусные компании периодически такие заражения находят. Что касается физических пользователей, ну, то есть обычных пользователей интернета, как мы с вами, то процент заражения серьезен. Я думаю, это моя личная оценка, да, но, наверное, половина компьютеров заражена. Другие антивирусные компании говорят, что это может быть 80-90%, но я не уверен, что это так. Ну, 90-80%, наверное, нет. Но половина, скорее всего, да. А вторая проблема, то, что сейчас началась эпидемия, связанная с мобильными устройствами, то, к чему население не было готово. Если антивирус на компьютере все привыкли использовать, то на мобильном телефоне нет. И телефоны под управлением операционной системы Android, к сожалению, непонятно почему, несмотря на то, что Google очень мощная компания в плане безопасности, очень серьезные отделы, чуть ли там не по 300 человек, которые прогнозируют угрозы, сделала такую операционную систему, которая во всех странах мира сейчас достаточно легко заражается. Ну, может, потому что у нее максимальное распространение. Бьют-то по большим мишеням, удобнее сначала бить. Я не могу сказать, что у нее, ну да, у нее больше распространения, но платформа Apple, она не настолько не распространена, чтобы под нее что-то не писалось. Она чуть-чуть безопаснее. Хотя вот неделю назад у Apple в России началась другая проблема. Начали воровать учетные записи от iCloud и, соответственно, у людей вымогать деньги, потому что через iCloud можно телефон заблокировать. Соответственно, телефоны начали блокировать и предлагать положить деньги на разные платежные системы, чтобы телефон разблокировался. Это нельзя назвать такой серьезным компьютерным преступлением, но много людей уже от этого пострадало. Понятно. Антивирусные программы, сканирование и лечение существующими антивирусами, оно вообще помогает? Оно гарантирует физическому лицу безопасность его девайса? Скажем так, антивирусное программное обеспечение на компьютере должно использоваться обязательно. Но оно не дает гарантии полностью. Если привести пример той же группы Carber, в одном из эпизодов они на территории России заразили около 4 миллионов машин. Большинство из этих компьютеров имело на себе программное обеспечение класса антивирус различных производителей. То есть абсолютно неважно какого. Поэтому от новых типов угроз антивирусы не то чтобы не защищают, они будут защищать, но с определенной задержкой. То есть любой пользователь должен понимать, что есть день, два, неделя, месяц, когда антивирус об этой новой угрозе знать не будет. Соответственно, в этот момент компьютер уязвим и уязвимы деньги. Есть ли вообще какие-то девайсы, которые могут быть неуязвимы для хакеров? Либо все, планшет, телефон, там, компьютер. И единственное, как говорят иногда, гарантия — отсутствие в сети интернет. Или это тоже не гарантия? Ну, к этому компьютеру можно подойти и вставить флешку. А вообще считается то, что идеально защищенных систем нет, в принципе. Вопрос только бюджета и времени на взлом этой системы. Некоторые системы нет смысла ломать, потому что ценность информации того не стоит. Либо у злоумышленников, либо там, наоборот, у спецслужб нет столько времени, чтобы эту задачу решить. То есть решение этой задачи во времени делает задачу бессмысленной. То есть за 5 лет, когда будет взломан какой-то пароль, информация уже не будет столь актуальна, например.
А что самое опасное для физических пользователей? Это кража паролей, особенно там к финансовым системам. Ну вот eBay недавно совсем скандал вроде был с ним и рекомендует всем менять пароль. Насколько вот это может помочь? Ну, пароль надо в любом случае менять постоянно, регулярно. То есть это вне зависимости от того, взламывают систему или нет, я бы рекомендовал каждый месяц использовать новый пароль и разные пароли еще к разным сервисам. Для пользователей, скорее всего, самая большая опасность, наверное, это потеря денег. А на втором месте, как ни странно, это потеря репутации либо работы. По поводу репутации, не могу сказать, что это прямо компьютерное преступление, но мы очень много жалоб получаем, хотя бы такими вещами не занимаемся. Мы просто пишем рекомендации, что делать. Это вымогательство, связанное с разглашением какой-то компрометирующей информации. То есть вот из популярного последний вот месяц девушка стучится в скайп молодому человеку, начинает с ним общение, это общение может длиться неделю, через неделю у них случается, скажем так, виртуальное какое-то знакомство, более близкое. Девушка записывает видео этого виртуального знакомства и потом шантажирует этого молодого человека. А не обязательно, что это девушка, это может быть там, в том числе... Кто угодно. Да. И бабушка, и юноша, кто угодно на той стороне может быть. И, к сожалению, это, несмотря на то, что это не компьютерное преступление, оно просто совершается при помощи информационных технологий, уже испортило жизни глобальным образом достаточно большого количества наших сограждан. Вот. Но здесь вы не поможете, только собственная осторожность, наверное. Здесь просто самое простое лекарство — понимать то, что так делать не надо. Ну, давайте еще один вопрос, совсем уж такой из области теории заговоров. Закладываются ли, как вы думаете, в девайсы, производимые достаточно известными фирмами, ну и любыми, ну типа жучков, то есть программы заранее, какие-то программы шпионы? Я не могу сказать, что я прямо специалист по этому делу, да, и я изучал те материалы, которые Сноуден публиковал, то, что специалисты говорят, я думаю, что да. Но если бы я был производителем каких-то решений технических, то есть там компьютеров, процессоров, я бы никогда это не делал, потому что рано или поздно все тайны становятся явным, в этот момент на рынок выход будет закрыт. У производителей некоторой техники сейчас начинаются проблемы, в том числе с государственными контрактами, не только в России, из-за таких вот подобных историй. Хотя технически я уверен, что это возможно, и примеры единичных, скажем так, произведенных устройств, например, специально подготовленный iPhone или специально подготовленный 3G модем, я видел. Но это единичное изготовление, и оно чаще всего не связано с производителем. Под какую-то задачу. Под какую-то задачу, да. Да, как конкретную, и не связано с большими партиями, соответственно, да, легально произведенными. Понятно. Теперь несколько вопросов по индустрии, по бизнесу. Как вы оцениваете примерный объем рынка IT-безопасности в России и в мире? Можете что-нибудь сказать? Я, наверное, не могу его оценить, вот именно в деньгах. Я могу сказать, что он растет, новые появляются направления. По некоторым направлениям, наоборот, он падает, стагнация происходит. По тем же антивирусным средствам, которые по некоторым направлениям показали свою неэффективность. Но с учетом того, что количество платежей в России возрастает в два раза в год, пенсионерам дали пластиковые карточки для начисления пенсии, школьникам и студентам дали пластик для стипендий, соответственно, я думаю, что преступлений будет больше, соответственно, будет больше рынок безопасности. Но вот в деньгах я, наверное, его не могу оценить. Можно ли отдельно вычленить вот часть этого субрынка информационной безопасности? Ведь это, если я правильно понимаю, то, чем занимается как раз ваша компания. Мы на этом рынке, на самом деле, как фиолетовая корова, особенно в России, потому что большинство вещей, которые мы делаем, больше особо никто и не делает. Потому что для того, чтобы это делать, нужно потратить много времени на поиск людей с определенными знаниями. А это очень России, к сожалению, в последнее время сложная задача. Мы проводили олимпиаду всероссийскую среди практически всех технических университетов. И по итогам олимпиады мы могли взять на работу только двух человек со всей России. Соответственно, для того, чтобы дублировать вот некоторые вещи, которые мы делаем, просто нужны люди. Я не могу сказать, что мы делаем такие вещи, которые никто не может сделать. Может, конечно. Нужны люди.
и время потратить. Я всегда вроде считал, что Россия как раз чуть ли не родина программистов и самых лучших в мире. Они все уже трудоустроены. И чаще всего, к сожалению, вот мы видим то, что талантливые ребята, они уже заранее со школьной скамьи знают, что они уедут работать за рубеж. Либо со школьной скамьи знают, что они не будут честно работать. А качество образования остается приличным? Это такой тоже боковой вопрос. Либо какие тенденции в этом? Наверное, лишь несколько вузов держат планку. Но, к сожалению, вынужден отметить то, что по России и школьное образование в плане информатики, и университетское образование в плане компьютерной безопасности оставляет желать лучшего. Это можно посмотреть по... Для меня индикатор, когда в Россию приезжают учиться иностранные студенты. Угу. Студентов нет на этих специальностях. К сожалению, в Прибалтике, в той же Эстонии, в Латвии, в Китае есть вузы, которые готовят гораздо лучше специалистов, чем по России. Понятно. Кто является вашими конкурентами в России и в мире? Или вы такие фиолетовые коровистые остаетесь? В мире израильская компания Secularit, которая делает мониторинг заражений. Это тоже частная компания. Да, частная компания. В Нидерландах Fox IT, но они как конкуренты, так и партнеры. То есть в некоторых вещах мы с ними делаем общее расследование. Но, например, за банки Великобритании мы с ними сражаемся, но при этом мы с ними дружим. Это CSIS, датская компания. В Америке, наверное, это iDefense, компания, которая делает прогнозы, связанные с киберпреступностью. И можно сказать iSight Partners. Ну, наверное, все, так вот по-крупному. Есть у нас конкуренты по защите брендов, то есть это онлайн-защита брендов. Это две американские большие очень компании, там по 4000 человек. Это Brand Protect и Mark Monitor. Но они ничего не могут делать в русскоговорящем сегменте интернета. И пока вот для нас это является языковым преимуществом. Но это единственное ваше конкурентное преимущество, либо есть и другие? Технологически мы работаем одинаково. У них преимущество в том, что у них известный очень бренд в мире. И в битве за мировых кинопроизводителей известных. Производители часто смотрят в бренд. Нам приходится делом, иногда делая полугодовые либо годовые бесплатные пилоты, показывать то, что технологии ничем не лучше, дешевле, работает быстрее. По некоторым сервисам наше преимущество, как ни странно, действительно это язык. То есть это и хорошо, и плохо. То есть у нас в глобальном, скажем так, SWOT-анализе русскость изначальная, хотя мы сейчас офисы имеем не только в России, это и преимущество, и недостаток. Преимущество в том, что очень много трендов преступности идет из русскоговорящего сегмента, не обязательно России. То есть это может быть и Прибалтика, Украина, тот же США, русская община. А недостаток, и, соответственно, простой пример, те вирусы, которые есть сейчас в Европе, которые воруют деньги, они в России были 2 года назад. То есть мы об этом знали 2 года назад, а европейский, американский бизнес только учится с этим бороться. Это также это преимущество там, для той же лаборатории Касперского. Что касается недостатков русскости, то что многие страны, имея в службе безопасности больших компаний, людей взрослых, которые до 90-х годов чаще всего служили в спецслужбах, у них к русским осталось профессиональное отношение как к потенциальному стратегическому врагу. То есть они со времен Холодной войны еще могли там служить. И то есть не всегда идут на сотрудничество, говоря простым языком? Не всегда. Они воспринимают российские компании, это не только нас, некоторые другие, которые производят процессоры, которые производят программное обеспечение, как шпионов, либо как врагов. Я думаю, самое время задать вопрос о вашей международной деятельности. Вы же открывали, кажется, бюро или агентство в Нью-Йорке и собирались в Силиконовой долине. Как с этим дела обстоят у вас сейчас? В Нью-Йорке у нас все хорошо. Также у нас все хорошо в Сингапуре. Мы еще сейчас открываемся в Лондоне. Но вещи, связанные с расследованием и криминалистикой, мы там не делаем. По одной простой причине, что компании боятся доверять такую информацию русским. Все наши сервисы во всех странах, где мы работаем, это сервисы по предотвращению преступлений. Когда клиент нам не дает ничего, а мы клиенту даем информацию, которая позволяет ему преступление остановить на этапе подготовки.
Ну, это сложно без обратной связи так работать, наверное. Да, но возможно, и это, в принципе, ну, хорошие деньги. Угу. В России очень активно меняется законодательство. Произошло ли что-нибудь в последнее время на российском рынке, что помогает или мешает вам работать? Я немного с такой небольшой опаской смотрю, что происходит с регулированием интернета. Законы, связанные с блокировкой ресурсов. Вещь, в принципе... Вы же сами подпадали под блокировку, по-моему. Да, наш сайт сообщение, он, кстати, да? заблокирован. У нас сегодня суд как раз с Ростелекомом, Роскомнадзором в 5 часов вечера. Дело в том, что, конечно, нужно защищать детей, конечно, нужно защищать людей от наркотиков, но это нужно делать, понимая полную совокупность проблемы. То есть не только верхушку айсберга видите, но и что внутри находится. К сожалению, законы нужные принимались людьми, которые технологически проблемы не изучили. Это привело к тому, что многие из этих вещей, с которыми можно было бороться в обычном интернете, то есть простой пример, продажа наркотиков через сайт. Да, это плохо. Но, видя такой сайт, в реальности можно найти всю цепочку поставок, можно найти людей, помочь их арестовать. Блокировки, как и сайтов, которые продают наркотики, так и педофильские сайты, которые, естественно, нужно закрывать. Но закрывать не только сайты, но и людей в соответствующие места. Это привело к тому, что эти сайты из обычного интернета исчезли. И сразу появились в так называемом теневом. Сети такие, как Tor. Сейчас огромное количество об этом статей. Вчера вышла статья о том, что база данных видео педофильского уже находится в теневом интернете. Проблема теневого интернета, что там невозможно сайт заблокировать. Но дотянуться-то можно? Нет. Вы можете до него? Нет. Для нас это проблема технологическая уже. Мы, возможно, это может делать в целевых случаях некоторые спецслужбы, но в широкомасштабном. Американцы потратили 2 года, чтобы закрыть один ресурс. С их машиной разведки, с их машиной спецслужб, с огромным количеством специалистов. 2 года. Сейчас, к сожалению, в теневом интернете свободная продажа запрещенных предметов, препаратов, нелегальный контент. Туда, к сожалению, уходит пиратство, и мы там не можем блокировать ресурс. Вот. Поэтому вот такие вот законы нам мешают в плане бизнеса, а обществу мешают в плане безопасности, потому что мы не можем блокировать пиратские ресурсы, а общество получило возможность, к сожалению, и инструмент доставки наркотиков на дом. Мы оказались в новой эпохе, а государство, ну, отчиталось, да, мы очистили интернет от нелегального контента. Но этот нелегальный контент... Ну, хотя бы общими международными усилиями можно это сделать. Я понимаю, что это распределено по миру. Ну, имею так очень условное представление об этой Tor-системе. Там каждые 10 минут, условно говоря, меняется там IP-адрес, с которого ты выходишь и так далее. На уровне ООН должно быть принято законодательство, которое делает эту систему вне закона. И блокировка на уровне всех провайдеров мировых. Все, кто участвует в этом процессе. Проблема в том, что я не думаю, что это произойдет. Потому что до сих пор на международной арене не подписан ни один документ по поводу сотрудничества в области компьютерных преступлений. Понятно. Как, кстати, вам живется, раз уж вспомнили, с управлением КАС нашим? Кто кого консультирует? Они вас, вы их консультируете? Ну, есть распространенная такая... Часто я слышу, кто лучше, там, групповили, управление КА. Нужно понимать, что каждый по-своему хорош, абсолютно разная работа. Управление КА ведет большую оперативную работу, и они занимаются расследованием. Мы хоть иногда и говорим слово «расследование», но вообще это консультативная работа какого-то куска знаний, которые знают технические специалисты, которые разбираются в компьютерной преступности, которые необходимы оперативнику, чтобы решить его оперативные задачи. Соответственно, нас привлекают как экспертов, специалистов, чтобы в определенных местах следствия, предварительного расследования мы подсказали, что делать. Либо в некоторых случаях мы являемся инициатором при общении с клиентом определенных расследований, когда видим деятельность какой-то преступной группы. Но
мы делаем работу аналитическую, они делают работу оперативную. И получается иногда хорошая синергия. Ну, как на субботнике работаете, обязывают вас, либо все-таки это на взаимовыгодных... Нам это выгодно, основах. Потому что расследование заказывают наши клиенты. То есть поддержку расследования, это, если нам заказали поддержку расследования, значит, у кого-то из наших клиентов случилась проблема, и они хотят, чтобы человек, который совершил преступление, был наказан по закону. Но государство вам не платит, честно. Государство оплачивает экспертизы по некоторым делам. Следующий вопрос. Давайте вернемся в мировую систему. Рынки каких зарубежных стран для вас, для вашей компании наиболее перспективны, кроме российского? Это русскоязычные или страны СНГ, либо какие-то азиатские, сейчас быстро растущие? Так как киберпреступность становится больше и больше глобальной, мы, соответственно, в принципе, не видим никаких ограничений. Но вот целевая наша аудитория — это США и Великобритания, а также европейские страны. Но это просто Нью-Йорк и Лондон — два таких финансовых центра мира. Но мы видим огромный рост популярности платежей и интернета в арабских странах и в Азии. Соответственно, Азия, арабские страны, причем вся Азия, без ограничений. И страны, ну, и в первую очередь Англия и Соединенные Штаты. Но Штаты сложнее, потому что политика. Более просто по защите интеллектуальной собственности, потому что они к этому привыкли, им это нужно. Что касается более сложных каких-то решений, связанных с предотвращением компьютерных преступлений, сложновато в Штатах. В Англии проще. Понятно. Какие наиболее интересные идеи, которые способны изменить рынок системы IT-безопасности в краткосрочной перспективе? Ну, например, система поведенческого контроля там, или, не знаю, репутационные сервисы и так далее. Над какими идеями вы сейчас работаете? Ну, мы в прошлом году сделали систему, которая без установки куда чего-либо определяет, заражен клиент или нет, и предоставляет банку либо интернет-компании, чей клиент является скомпрометирован, об этом информацию. То есть в режиме реального времени мы видим, кто из клиентов какого банка подвергся заражению. Соответственно, этот клиент даже... Клиент может не знать об этом вообще? А клиент об этом и не знает, потому что мы используем сенсоры, которые ставятся в разных местах и которые по нашим собственным сигнатурам понимают, что клиент заражен. Если мы видим эту информацию в трафике, значит, она есть у злоумышленника. Мы оповещаем банк, банк этому клиенту перевыпускает логин, пароль, либо электронную цифровую подпись, сохраняя деньги банка. При этом это очень хорошо ложится в стратегию того, что компьютер клиента априори не защищен. Соответственно, банк должен либо платежная система, либо интернет-компания, такая как бесплатная почта, например, она должна из других источников получать информацию о заражении. Мобильность и облачные вычисления, о которых мы уже немножко говорили сегодня, как они, собственно, меняют информационную безопасность? Там, где это именно те места, где рвется вот этот информационный защитный периметр? Да, это очень интересно наблюдать, потому что компании, например, в начале 2000-х годов строили очень серьезные периметры, которые не предполагали, что сотрудник компании может войти в офис с устройством маленьким, который, по сути дела, точно такой же компьютер. И появляются резервные пути выхода в интернет. Соответственно, корпоративная безопасность за последние 5 лет изменилась в разы с распространением беспроводных сетей и мобильных устройств. Что касается обычных граждан, то, конечно, тоже проблем безопасности стало больше. В облаке удобно все хранить. Но нужно понимать две вещи. Первое, к этому облаку могут получить доступ какие-то спецслужбы, как, например, рассказал Сноуден. Второе, облако иногда можно взломать, и, соответственно, все данные, которые там находятся, пропадут. Нельзя сказать, что eBay — это облако, но это такая серьезная компания, у которой есть данные огромного количества пользователей. eBay тратит огромные деньги на информационную безопасность. И событие, которое произошло, было опубликовано на днях, там вчера, например, оно показывает то, что существуют методы обхода этой облачной безопасности. Но они говорят, что облако безопаснее. Если его правильно построить, да, оно безопаснее. Если его неправильно построить, оно не будет безопаснее. Вот. Соответственно, интересная эпоха, потому что она рождает потребность в новых решениях безопасности. Появляется много новых компаний,
интересных проектов, и это развивает даже российскую экономику, потому что много стартаперов сейчас делают продукты по безопасности для облачных решений или для мобильных устройств, что является хорошим знаком. А вы уже настолько большие, что готовы покупать какие-то стартапы новые, присматриваетесь? Мы готовы покупать некоторые технологии. Я не могу сказать, что мы это прямо очень большие. Большие — это Касперский. Но мы готовы покупать талантливых людей или талантливые компании. Ну и, наконец, ваши прогнозы на ближайшее время, на 2014 год, ну или, возможно, на год вперед еще. Какие направления IT-безопасности будут развиваться наиболее сильно? И куда основные инвестиции пойдут? Где брать деньги? Где брать деньги? В банке. У бизнеса, потому что бизнес должен понимать, что любая сейчас компания, в первую очередь банки. Банк — это вообще IT-компания с банковской лицензией, многие сейчас так говорят. Соответственно, бизнес должен на безопасность тратить деньги, если он хочет эффективно работать. Где будут новые решения? Это в облаках, в мобильных устройствах, как мы сейчас вот сказали. Это системы дополнительного, скажем, вот с запада к нам приходят направления threat-анализ, cyber-intelligence, то есть это прогнозирование угроз, которые будут на 5 лет впереди. Потому что российский рынок безопасности как развивается? Появилась новая угроза, давайте закупать новые решения, которые закрывают эту угрозу. Никто не смотрит на несколько шагов вперед. Вот подобные услуги позволят безопасности в крупных компаниях видеть на 5-10 лет вперед. Не тратить деньги сейчас, чтобы закрыть проблему, которая будет актуальна один месяц. Вот. Это популярно в некоторых банках в Англии либо в США. Таким анализом занимается несколько сот человек. Ну и последний, наверное, из больших вопросов. Каким-то образом санкционные меры, часть которых уже приняты, часть намечается в отношении России, они ограничивают российский рынок, закрывают его, либо это невозможно сделать, и он все равно останется открытым? Я, к сожалению, вынужден констатировать факт, то, что в области, там, где безопасность влияет на критическую инфраструктуру, русским компаниям какое-то время будет выход закрыт. Так. То есть в серьезные проекты, связанные с расследованиями, с анализом уязвимости в критичных инфраструктурах других государств, русские компании не примут. Из-за санкций, из-за недоверия, из-за много других причин. Что это значит? Что это повлечет за собой? Это повлечет за собой то, что, ну, в целом компании, которые стратегия была работа с другими государствами, они работать, скорее всего, не смогут. Им придется переориентироваться на бизнес. Вот. Нам от этого, честно говоря, ни горячо, ни холодно. Но вот если такой глобальный вопрос, влияют ли санкции на российский IT-бизнес, я скажу, да, влияют отрицательно. Потому что не потому, что другие государства вводят какие-то санкции, потому что конкуренты в других государствах используют эти санкции для того, чтобы выдавить оттуда российские компании. Пример с двигателями российскими. Это же не просто государство американское отказалось их покупать. Это компания американская, которая производит точно такие же топливные двигатели, которая хочет войти на этот рынок. Они инициировали слушание в Конгрессе. То же самое относительно российских антивирусов. Из многих госкорпораций американских оттуда выбивают русских Symantec и McAfee. Вот. Поэтому санкции на российский рынок, к сожалению, негативно влияют и используются просто как недобросовестная конкуренция. Напомню, Илья Сачков, генеральный директор групп IB в студии Jason TV. И несколько вопросов напоследок. У вас есть кумиры в бизнесе? Кто-то есть? Кто для вас вот такое знамя, за которым надо идти? В российском или вообще? Не имеет значения, в каком-нибудь. Ричард Брэнсон, это Великобритания. Кевин Мандия, это Америка, это основатель компании а-ля группа B, только американская, стоимостью 4 миллиарда долларов. А в России мне нравится стиль Тинькова и Романенко из Киви. Угу. Помните первые заработанные деньги, самостоятельно заработанные, да, то есть не полученные от родителей? Два слова скажете о них? Мы на них купили оборудование для компании. Заработали на чем? На расследовании.
А, имеется в виду, в принципе, заработанные деньги? Заработанные, да, собственные трудом. Ну, Нет, первые мои деньги были заработаны именно на работе. То есть вот в компании, которая связана с добычей ископаемых, я купил себе более респектабельную одежду, которой у меня не было. Ну, которая соответствовала дресс-коду, потому что, будучи школьником, я не имел хорошего костюма. Первый миллион существенно отличается от первого рубля? Я не особо заметил разницу, потому что я, ну, у меня нет возможности насладиться беззаботной жизнью человека, у которого есть деньги. У меня очень мало времени, я очень мало сплю, и, конечно, понимаю, что деньги хорошо, но на данный момент я не очень заметил разницу в трудозатратах и в счастье от этих денег. Не очень жалеете, что рано начали работать? Вот опять же, беззаботного студенчества не было. Зато будет беззаботная старость. Я надеюсь. Спокойная старость. Дожить надо до нее еще. Есть у вас какие-то особые принципы работы, там распределение полномочий внутри коллектива, либо единоличное руководство? Сейчас компании, несмотря на то, что являюсь генеральным директором в Москве, ну, за Россию отвечает исполнительный директор, и, ну, контроль и политики на нем. Я отвечаю за дух, за новые сервисы, за зарубежные рынки. Вот. Мое личное правило, что, ну, в коллективе, что если у человека есть какая-то проблема, ему что-то не нравится, он должен о ней сказать. Если он о ней это не говорит, и потом это где-то всплывает в качестве работы, в претензиях, в увольнениях, я это не рассматриваю уже как какое-то основание для дискуссии. Человек может сразу о любых своих желаниях, недовольствах сказать в самом начале. То есть вот для меня это важно. Ваши личные качества, которые привели вас к успеху? Постоянное недовольство с собой и желание сделать что-то хорошее. Вот. Постоянное недовольство с собой заставляет все время пытаться что-то улучшить в компании, хотя, в принципе, можно было какое-то время назад расслабиться и ничего не делать. А я постоянно недоволен, я постоянно всех ругаю, всем пишу письма, поставлю какие-то задачи, фантазирую очень много. Не всем это нравится, не все фантазеры, не все верят в хорошие вещи. Вот. Ну и я верю в то, что если не получилось два или три раза, то можно попробовать еще, и должно получиться. Увлечения помимо работы есть какие-то? В основном это спорт, это тайский бокс, фитнес, плавание, бег. И в последнее время горячая йога, как ни странно. Горячая йога чем отличается от холодной? О том, что она происходит в таких специальных комнатах, где температура 45 градусов. Это как бы как такая баня. И из тела выходит очень много воды. За занятия вы выпиваете 2 литра воды примерно. Соответственно, йога плюс очень хороший обмен веществ, тренировка сердца. Любимый гаджет, ну или любимые? Это планшет. Не буду рекламировать какой, но это планшет. То есть вот он мне позволяет очень много читать, даже в путешествиях, почту удобно проверять. И напоследок, честно скажите, шифруете все свои действия в интернете, в сети? Далеко не все. Далеко не все. В некоторых ситуациях проще не шифровать и допускать то, что это читают. То есть у меня был период, когда я все шифровал, там, шифровал плюс криптоконтейнер, а потом подумал, что проще некоторые вещи говорить в открытую и знать, что их знают. Тогда гораздо проще жить. А, ну и самая простая вещь — не делать ничего нелегального. С спокойной душой гораздо проще работать. Ну что ж, спасибо вам огромное. Но я напомню, что в гостях у нас сегодня специально на Jason TV был Илья Сачков, генеральный директор группы IB. Спасибо еще раз вам и счастливо всем.